Продолжайте процесс. Да. Друзья, мы видим тортик. Он небольшой, но из хорошего места. Правда, из Whole Foods. Это рядышком с нами тут брали, да, в соседнем? В соседнем здании хороший такой тортик. Фруктовый. Фруктовый. С бутылочкой. Значит, вы можете сказать, а что случилось-то? От чего обжорство? Ну вот скажите, чего случилось? Это... Ну, сегодня Columbus Day. Да. Решили обожаться. Так. Так, а вы у нас снимались, правда? Когда только еще студентом были. Когда приезжал так. Да. Когда приезжал. Я помню. Вы выросли, что ли, с этого времени? Какой высокий да. такой? Нет, я тогда был высокий. Такое ощущение, что вы же меня ростом. Смотри, вы сколько, какого роста? Не знаю, 1.90 метра, наверное. Ой. Так, а вы у нас снимались раньше или нет? Нет, я не любитель сниматься. Понял, я тогда... любитель снять кого-то. Снять. Ну, да. Девушку? Ну, может. Ну, и сейчас уже не могу. Сейчас уже все. Да. А, понимаю. Теперь вопрос такой. Что за повод, скажите? Чего торт-то у нас? Ну, решили вот праздник прийти. Какой праздник, скажите? Колумб. День Колумба. Да, День Колумба. Друзья, это праздник открытия Америки. Правда? Да. Вот. А то никто же не знает, что Columbus Day. А вот, пожалуйста, я вам показал, и вы теперь знаете. Вот. А нам придется из-за этого сахаром... жиром, холестеролом и алкоголем, друзья, алкоголем, так сказать, насыщать свой организм. Что неплохо. Что неплохо. Всех с праздником. И вас также. Отлично.